иди ты вместе с Бестией. У вас двоих больше всего шансов. Ты уверена? Назад откатиться уже не получится. Вперед, Джонни. Я в тебя верю. Забирай тело. Только не убей нас на радостях. Спасибо, Ви. Я нас обоих вытяну. Вот увидишь. До встречи на той стороне. Обязательно. Даже какие если придется сжечь нахер весь Найт-Сити. Привет, Ви. Опрокинешь последний стаканчик? Вакага, я тебя предупреждаю. Не стой у меня на пути. Твоя контора до сих пор на плаву только по моей милости. А я могу сменить ее на гнев в любой момент. Так, погоди секунду. Ви? Ви решила отдохнуть. Это я. Вакака, я перезвоню. Чего тебе нужно, Джонни? Боже, кто-то умер? Что, не рада меня видеть? Честно говоря, не знаю. Почему? По-моему, в кино нам было классно. Мы больше не в кино, если что. И я, кажется, догадываюсь, зачем ты здесь, Джонни. Тебе опять что-то нужно. Запахло пиздецом. Конечно, нужно. Больше мне и обратиться некому. Вот интересно, как так вышло, что из всей безумной команды Атлантиды выжила только ты? Чему ты клонишь, Джонни? Просто вспомнилось. Скажи, ты не скучаешь по старым временам? Старые времена прошли. Мне и здесь хорошо. Это я вижу. Жаль, только больше никому из Атлантиды так не повезло. Закончили. Что творится-то? Ничего. Можешь идти домой. Твоя смена на сегодня закончена. Ладно. Пойду еще поработаю, что ли? Что, весь клуб в нашем распоряжении? Вот это сервис. Теперь говори. Какого черта ты мне тут предъявляешь? Это что, моя бутылка за баром? Да. Ждала тебя. Правда, я и сама не знала, чего именно. Хотя у меня появилась пара идей, как ее можно использовать. Ты удобно устроилась. Интересно узнать, чего тебе это стоило. Каждый из нас заплатил цену за свой выбор. Я не исключение. Это ты себе говоришь, когда клонишься к корпам? Это я себе говорю, когда смотрю на могилы своих друзей из Атлантиды. Или когда сейчас смотрю на тебя. Ладно, ладно. Кто старое помянет? Вот именно. Хватит ходить вокруг да около. Ты бы не начал этот разговор, если бы не хотел опять меня во что-то втянуть. Это тело. Я в нем. Я не могу. Сука! Ви умирает. Я пожираю ее, как опухоль. Это пока еще можно остановить. Только мне нужно... Нет, Джонни! Не начинай. Не говори мне, что ты хочешь кому-то помочь. Все дело только в тебе. Ты никогда не думал о других. Мало ли, может я измениться. У меня мало времени, бестия. Как только часики пробьют полночь, Джонни исчезнет. И Ви вместе с ним. Мне нужно успеть от нее отцепиться до этого момента. Нам удалось связаться с Альт. Она согласилась помочь. Но? Сначала нам нужно будет пробиться в крепость Дан, Микоши. А единственная точка доступа, до которой мы сможем доползти, находится под Арасака Тауэр. Арасака? Опять? Как я не догадалась.
Только идиот будет раз за разом наступать на одни грабли и ждать другого результата. У тебя есть хоть какой-то план? Ты же лучший фиксер в городе. Вот ты и скажи, что нужно делать. Ты сказал «нам»? Ну да. Без тебя же ничего не получится. Погоди, погоди. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне стереть пыль с цунами и опять пойти с тобой против Арасаки? Бинго. Когда? Не знаю. Сейчас? Угу. А с чего ты решил, что я соглашусь? Потому что ты в долгу передо мной. И перед теми, кого столкнула вниз, пока лезла на вершину. Черт. Видимо, это было неизбежно. Я знала, что однажды ты выберешься из своего ада, припрешься сюда и все к хуям разрушишь. Некоторые вещи не меняются. А мы? Мы изменились? Я не знаю. Как насчет того, чтобы это выяснить? Ты ведь поможешь мне в этом? Заткнись уже, Джонни. Прошу тебя, просто замолчи. Сука, блин! Каждый раз. Никогда не видел, чтоб трезвый человек спал больше 20 часов. Эй, да у тебя знакомое лицо. Ты, наверное, Криспин Вейланд. Прям вылитый отец. Ха, кровь от крови. Я что-то пропустил. Ты тут зачем? Начальница тебе разъяснит. Бестия? Начальница у нас одна. Пойдем. Она тебя ждет. Вижу, уже познакомились. Вот и замечательно. Бестия, что тут делает этот субъект? Он пилот. Подбросит нас до площади корпорации. Нас? То есть ты со мной? Не делай вид, что удивлен, засранец. Снаряга вон там, выбирай, что хочешь. Ага, так и сделаю. Джонни, я же сказала, бери оборудование. А это что? Тормозные двигатели. Антигравы. Цепляешь их к ногам и можешь спокойно прыгать практически с любой высоты. Джонни, разберись сам. Ну не маленький. Ладно, ладно. Я понял. Так, теперь скажи мне, какой у нас план? Окей. Вставляй щепку. Цель – точка доступа к Микоши, Арасака Тауэр. Надо дойти до лабораторий, удержать их на время вашего разделения и вернуться живыми. Арасака Тауэр – крепость. Самое охраняемое здание в Найт-Сити. Просто зайти с главного входа у нас не получится. Поэтому мы пролезем через самодельное окно. Теперь важное. Нам поможет мелитеховский бомбардировщик «Стрикс». Полетим на нем. Сначала мы бомбардируем здание и сносим орудие ПВО. Затем мы разрушаем стену 76-го этажа, прыгаем внутрь и перед приземлением включаем антигравы. Так, дальше. В результате наших действий мы попадаем в чащу тропического леса. Вопреки расхожему мнению, Арасака любит выпендриваться.
Мы прорубаемся через джунгли к шахте лифта на вертикальной оси здания. Шахта идет по всему зданию. Антигравы позволят нам быстро спуститься на нижний уровень. Охрана будет напугана и дезорганизована. Сопротивления мы почти не встретим. Мы доберемся до лаборатории, найдем точку доступа. И дальше дело за тобой. Аплодисменты, пожалуйста. Я же сказал, начальница и королева у нас одна. То есть мы будем разносить этих уродов с воздуха? Серьезно? Как же давно я этого ждал. Погоди, пока выпрыгивать из штанов. Если мы хотим выжить, нужно кое-что еще. Теперь самое трудное. Надо столкнуть с орбиты спутник Джуроджин 0401. Хуя себе спутник. Мы войдем в историю, друзья мои. После этого, примерно на 3-4 часа, пропадет связь в Найт-Сити и в обеих Калифорниях. Ни координации, ни поддержки. Полный хаос. Только не говори, что кроме бомбардировщика, ты еще и военный шаттл прикупила. У меня один знакомый работает в Orbital Air. Тайный доброжелатель. Высокопоставленный информатор. Я ему заплачу, и он нам даст доступ к спутнику. Дальше в игру вступит наша старая знакомая. Хочешь сказать Альт? Ну а что поделать, если только она может спихнуть с небес спутник Арасаки. У тебя контакты в Orbital Air? Да ты и правда королева фиксеров. Скажи спасибо. Я для тебя все лучшее собрала. Ты что, все это придумала, пока я спал? Я придумала все это, пока ты был мертв. Контроль за системами связи придется очень кстати, если дело дойдет до новой корпоративной войны. Ни на чем невозможно заработать больше, чем на войне. Мне все равно надо поговорить с Альт. Я ее уговорю. Только не обострись, Джонни. Тут я не смогу тебя подстраховать. Сказал, значит, сделаю. Ладно. Короче, мы незаметно подлетаем к Арасака Тауэр и опрокидываем на них корзинку с бомбами. Правильно. Потом прыгаем в башню, ищем шахту по вертикальной оси и пробиваемся вниз. Да, к точке доступа Микоши. Как тебе? Есть одна небольшая проблема. Обратного пути не будет. Ты готова сжечь все мосты? Само собой. Против тебя поднимется вся Арасака. Да, и Orbital Air, наверное, тоже. Но как бы так сказать, они сами пригрели змею у себя на груди. Так что? Что ты думаешь? Да в этом плане дырок больше, чем во всех кукольных домах Кабуки. Хотя мы все равно справимся. В прежние времена мы и не такое творили. Вестия. Что? Спасибо тебе за все. Давай потом. Значит, остается только Альт. Ты знаешь, как перемещаться в киберпространстве? Ну, у Ви был в этом кое-какой опыт. Думаю, я справлюсь. Иди обратно. Никс покажет тебе, что нужно делать. Уэйланд, прогревай пока двигатели. Мы скоро придем. Вы там долго будете или как? Может, я поспать успею? Привет. Это ты хотела нырнуть, да? Да, вроде того. Круто. Вот твой костюм, надевай его и садись в кресло. Я на сегодня все, так что выныривать будешь сама. Только технику мою не трогай. Альт. Ты здесь? Я же сказала, Альт Каннингем больше нет. Я в это не верю. Что-то от нее точно осталось. Ты даже выглядишь как она. Ты видишь Альт, потому что хочешь.
это защитный механизм. Твоя эксплицитная память создает заместительный образ. Я чувствую себя странно. Как будто в кошмарном сне. Ты читаешь мои мысли? Упрощенное объяснение. Ты не признаешь своей сути. Ты конструкт, совокупность данных. Я знаю тебя. Что значит «знаешь меня»? Как строчки кода. Тогда зачем разговаривать? Ты же и так все знаешь. Акция опережает реакцию. Ты сначала говоришь, а потом думаешь. Ты даже шутишь, как Альт. Это воспоминание о чувстве юмора Альт. По-моему, это какое-то извращение. Я как будто... Голый. Времени мало. Дозор может заметить перегрузку. Ты разбираешься в спутниках? Один из них... Юроджин 0401. Я справлюсь. Блин, ты серьезно, что ли? Читаешь мои мысли? Я согласна с планом. Так ты пройдешь в Арасака Тау. Притормози на секунду, пожалуйста. Ты пройдешь в Арасака Тауэр и найдешь порт в Микоше. Это программа, которая обеспечит тебе подключение. Ты получишь ее на щепке. Я воспользуюсь бэкдором и смогу обойти протоколы безопасности в крепости данных. И тогда... Я разделю тебя и Ви. А Микоше прекратит существовать. А вдруг что-то пойдет не так? Это не страшно? Страшно — неверное слово. А теперь поговорим серьезно. Ты же выпустишь из тюрьмы души. Получат они, в конце концов, свою свободу. Да. Нет, погоди. Ты явно что-то скрываешь. Говори прямо. Они станут частью чего-то большего. Частью чего? Давай-ка еще раз. Ты не способен понять смысл этих слов. Придется тебе поверить. На этом все? Погоди, у меня еще вопрос. У меня нет времени на тебя. Знаешь, наверное, ты права. Альт больше нет. Но ты посмотри. Да пожалуйста, вали нахуй. Пиздец. Съезжай на обочину, заглуши двигатель и смотри на звезды. Просто смотри. Не пожалеешь. Мне пора. Я тебя люблю. Ты в этом костюме пойдешь на свое главное дело? Серьезно? А что, он на мне плохо сидит? В него хорошо всаживать пули, но это уже твои проблемы. Готов? Бестия, кто это был? Мой сын. Вот это сейчас было неожиданно. Ты хочешь сказать, что у тебя... Личная жизнь? Да. И хватит об этом. Я спросила, ты готов или нет? Да, я готов. Отлично. Пойдем, а то этот псих еще улетит без нас. Я любила этот бар. Буду скучать. Да, кстати. А что ты сказала Уэйланду про операцию?
Только то, что он хотел знать про его долю. Он хоть адекватный. Хочет при жизни стать легендой Найт-Сити. Как и все мы. Сотрудникам службы безопасности занять свои посты. Уэйланд достался Вави. Оно разбилось у водопада. Я постараюсь с ним связаться. Потом надо будет найти кого-нибудь с ключом доступа, чтобы уехать на лифте. Уэйланд, слышишь меня? Что с тобой? Ты цел? Более-менее. Кажется, туземцы начинают проявлять ко мне интерес. Мы тебя вытащим. Никуда не уходи. Если бы я мог. Надо помочь Уэйланду. Ясно. Охрана. Смотрит в терминал. Можем проскользнуть или убрать их всех сразу. Решай, что делаем, я за тобой.
Все под контролем. Твою же мать. Не вылезай. Идем к Ави. Все в сборе. Начинаем. Уэйлон, ты меня слышишь? Слышу. Я возьму того, что у двери. По одному на каждого. Нет, Джонни, нет. Выбирай своего. Эй, боец! Да, клевая кожа. Из уст человека-крокодила это комплимент. Спасибо за помощь. Ты должен был прыгнуть вместе с нами. Не люблю, когда враги кучкуются. Так они хоть чутко рассредоточатся. Нет, они просто скучковались вокруг нас. Не сейчас. Выбираемся отсюда. Живей. Вон того, видите? Их главный. У него есть ключ доступа. Джонни, он твой. Поймали. Не вылезай. Я тут. Как говаривала Спайдер, а что у нас под декой завалялось? Давай, забирай у него ключ доступа и будем искать лифт. Тихо и осторожно. Есть ключ доступа. Идем к лифту.
вас понял. Осторожней, у них тоже глаза есть. Я разберусь. Атриум. Надо же. Всего месяц назад я встречалась здесь с Мичико Арасакой. Пустые коридоры и офисы. Прямо как в тот раз. Помнишь? Конечно, помню. Ты с тех пор изменился. Повзрослел, наконец. А ты по-прежнему лучше. Так, комнаты охраны расположены этажом ниже. Надо как-то до них добраться. Лифты все еще заблочены. Придется прыгать. И долго лететь. Потому я и просила тебя взять антигравы. Увидимся внизу. Тихо и осторожно. Куда теперь? Комната охраны. Ищем лифт к лабораториям. Это самый короткий путь к Микоши. Она сможет пробить лед? Система охраны взломана. Я перехватила контроль над зданием. Путь в Микоши открыт.
Лифт! Живо! Сетевых операций. 2067 год. Телохранитель из Арасаки заслоняет императора Японии от пули-убийцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Херня. Знакомый взгляд. Тебя что-то беспокоит? Ты когда-нибудь задумывалась, зачем мы это делали? Делали что? Зачем ставили хром, покупали пушки и воевали с корпорациями? Не знаю, Джонни, сейчас уже сложно сказать. Мы были молоды, а у молодых вечно в голове насрано. Мы сражались за красоту. Мы не понимали, что хорошо и что плохо, кто прав, кто виноват. Только красота имела значение. Кончай уже философствовать. Сделаем дело, возьмем водки, тогда и поговорим про старые времена. О, тогда с меня водка. Люблю сказки про то, как раньше было. Вы прямо как мой дед с бабулей. Нетраннеры Арасаки начали штурм внутренней сети. Мне необходимо остановить их продвижение. Идите дальше без меня. Я очистила путь, но вам нужно торопиться. Видимо, он побежал, за вами идет и его срезала очередь. Ебать копать. Кто она вообще такая? Блядь. Похоже, Каннингем наверстывает упущенное за все эти годы. Эти говноеды даже не успели ничего понять. Идем, там за дверью будет спуск вниз. Что нам здесь делать уже нечего. Я готовлюсь отразить атаку на транс, которые пытаются сюда пробиться. Вам придется продолжить без них. Поторопитесь. Следом за вами идет отряд лучших солдат Арасаки. Давай, двигайся. Мы настолько близко, что я почти чувствую поток данных. Мы практически у ядра. Остался только зал за перегородкой. Нельзя повернуть время вспять, Тони. Но всегда можно начать сначала. Вместе со мной. Отдали!
намного лучше нас с тобой. Таких, как она, больше нет. А ты убил ее. Она знала, чем рискует. Бестия хотела тебя прикончить. И наконец-таки ей это удалось. Что за бред? Я убил эту старую суку. Завали, Смешер. Она вышла из игры на своих условиях. Тебе этого никогда не понять. Когда покину я телесный мир, вернет мой дух эллинский ювелир. В обличье филигранной птицы
Золотой фигурки то большая честь. Помочь монарху пробудиться или на золотое дерево воссесть и петь почтенным византийцам о том, что было, будет или есть. Привет, Ви. Соскучилась? Не то чтобы. Я вырубилась и очнулась уже тут. Что-то пропустила? Ты много потеряла. Это было мое лучшее выступление. Ты хотел сказать твое и бестии? Бестия мертва. Прости. У меня тоже все не весело. Альт обрабатывает меня душегубом. Я вся на нервах. Альт, ты где вообще? Может, поздороваешься? Я теперь инграмма. Ёбаный конструкт. Блять. Ну, добро пожаловать в клуб. Альт, ау, ты здесь? Она сказала, что проверит контрольную сумму и скопирует меня обратно в тело. Кстати, почему мы не чувствуем, как работает душегуб? Я был готов корчиться от боли. Временная анальгезия. Мы же потоки данных. Определенные ощущения можно заблокировать, бла-бла-бла. Тебе что, Альт читала лекции про нейрофизиологию? Нет, скинула данные за секунду. Неважно. Она еще сказала, что уничтожит Микоши. Все, кто в ней есть, получат свободу, а потом она поглотит их всех и сделает частью своего массива данных. Значит, мы сделали, что могли? Дальше Альт справится? Нет. Как это? В смысле? Я ошиблась, когда исключила из факторов тела. Реконфигурация ДНК шла слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс, и иммунная система начала атаковать. Нет. Хватит. Говори по-человечески. Ви умрет. Что бы я ни сделала, этого уже ничто не изменит. Твою мать, Альт! Как ты вообще могла так накосячить? Я не могла оценить ситуацию, пока не появилась возможность провести полную диагностику. Ты обещала девочке новую жизнь. Ты ее наебала. Так получается? Не заткнись, пожалуйста. Мне надо подумать. Альт, ну давай. Должен быть какой-то вариант. Тело Ви изменилось под воздействием биочипа. Теперь она воспринимает ее сознание как постороннее. С тобой все иначе. Ты стал его полноправным хозяином. То есть ты за то, чтобы твой бывший выгнал меня из моего же тела? Изменения необратимы. Тебе уже нечего терять, а он может получить все. Я не стану вмешиваться. Но пока контроль над телом остается у Джонни, он может делать, что хочет. Эй, не надо делать из меня врага. Все будет, как мы договаривались. Да уж, надеюсь. Давай-ка спокойно решим, что нам делать. Если мне все равно умирать, давай сделаем по моему плану. Я ухожу, ты остаешься. Так что тело теперь твое. Нет.
Это я должен уйти. Ах ты лживый кусок говна. Что мне делать, Альт? Просто перейди по мосту. Ты станешь частью меня, а Ви вернется к прежней жизни в своем теле. Джонни. Ты, блядь, издеваешься? Так, спокойно. Нужно выдохнуть. Я, видимо, приняла слишком большую дозу Сильверхенда. Слушай, Джонни, если бы я выбирала, с кем жить на необитаемом острове, ты был бы на последнем месте. Честно. Тебя бы даже герои из сраной игры корпоратов обошли. Потому что ты эталонный мудак. И есть куча людей, которые нужны миру больше, чем ты. Ну, это не значит, что я желаю тебе смерти. У меня только одна просьба, Мудила. Не забывай обо мне. Доброе утро, Ви. Надеюсь, ночь прошла спокойно. Угу. Для вас нет новых сообщений. На сегодня у вас запланирована одна встреча в посмертии. Сервис Деламейн прислал уведомление, что такси прибудет в назначенное время. Отмечу, что вы не вносили в календарь события после текущей даты. Запустить процесс планирования? Нет, спасибо. Все так и должно быть. Хорошо. Удачного вам дня. Привет, босс. Угу. Он приехал? Нет еще. Но будет вовремя. Зато его люди уже успели тут повертеться. Проверяли, чтобы все было чисто перед тем, как он сам приедет. Думали, наверное, что мы их не заметим. Что с оборудованием? Оружие есть, все остальное тоже. Полный бак. Хоть сейчас запускать. Спасибо, я скоро буду.
Здравствуйте. Спасибо, что выбрали сеть Деламейн. Куда желаете полететь сегодня? По смерти. На полной скорости. Как пожелаете. Мы воспользуемся выделенными воздушными коридорами. Задержек не предвидится. Круто. Позволю себе заметить, что у вас утомленный вид. Тяжелая ночь. Скорее, тяжелый месяц. Мне очень жаль это слышать. Сеть Деламейн готова предложить вам дополнительные услуги, которые помогут улучшить состояние вашего здоровья. Более того, рад сообщить вам, что сеть Деламейн теперь сотрудничает с Trauma Team. В рамках акции «Безопасное путешествие» доступен пакет медицинских услуг, которыми вы можете воспользоваться в поездке. Лечиться мне и поздновато, и дороговато. Боюсь, я не вполне понимаю. Поскольку вы обладаете практически неограниченными средствами, мы могли бы найти подходящее решение. Просто забей на это, окей? Как будет угодно. Как там дела у Арасаки? Что вообще по ситуации в городе? Я нашел статью об Арасаке, которая вас заинтересует. Корпорация по-прежнему находится в кризисе. Большинство упоминаний в СМИ связано с огромным ударом по имиджу компании, а также с ее политическими и финансовыми неудачами. Программа «Сохрани свою душу» должна была стать для Арасаки благословением, а оказалась проклятием. Компания потеряла все связанные с ней ресурсы. Угу. Обещали миллионерам бессмертие, огромные деньги брали. А сами собирали инграммы и данные. Явно хотели расширить влияние. Абсолютно верно. Как бы то ни было, Арасаки требуется время на реорганизацию. Полагаю, вы и бессмертие пока в безопасности. Доставь меня в посмертие. И побыстрее. Разумеется. Я выбрал оптимальный маршрут. Скоро мы будем на месте. Во время полета вы можете расслабиться и насладиться великолепной панорамой города. Может, я сегодня смотрю на это в последний раз. Собираетесь покинуть Найт-Сити? Так или иначе. Надеюсь на ваше скорейшее возвращение. Этот город, как отмечают мои клиенты, жемчужина западного побережья. Хорошего дня. Ага. Его также называют парализующим своей красотой мегаполисом. Не сомневаюсь. Ты там, твои пилоты, опять кого-то зарезали? А что есть? 10 казино, 5 бассейнов, аппаратура для брейн-данса и лучшие повара во вселенной. Босс. Хочешь оказаться в настоящем раю? А, все хорошо? Конечно. Твоя комната тебя уже ждет. Привет, Вит. Что-нибудь выпьешь? Как обычно. Сейчас будет. Люди начинают что-то подозревать. Скоро все выплывет наружу. Ничего, мы уже сегодня вылетаем. Сегодня? А что такое? Да нет, ничего. Просто тогда, наверное, тебе нужно что-то особенное. У Бестии был маленький ритуал. Перед крупными операциями она заказывала текилу. Обычно сильверхендовскую. Я ее как-то спросила, это на счастье или что? Знаешь, что она ответила? Что когда она вспоминает Джонни, это помогает ей сосредоточиться на самом важном. Так что по обычаю посмертия тебе полагается один из именных коктейлей. Только скажи, за кого пьешь? Может, сделаешь мой коктейль? Выпьем за меня. Вдруг поможет. Чтобы в посмертии появился коктейль в твою честь, надо сперва умереть. Ты знаешь правила. Ну так я и умерла, Клэр. А, ну, да, ну окей. Тогда я тебе что-нибудь намешаю. Удачи тебе там, Ви. Ви, этот момент все-таки настал. Я, наконец, встретил новую легенду по смерти. Надо сказать, я впечатлен. Рада, что не разочаровала.
после вас. Ну, рассказывай. С чего начать? Арасака фактически выбыла из игры после Микоси. Ты получила деньги и известность во всем городе. Более того, ты фактически парализовала все системы Арасаки. Открылись несколько новых лазеек. Мои люди их нашли и вынесли, что успели. Значит, можно начинать операцию. Я проверил данные, утекшие из Арасаки. Казино сейчас испытывает новую систему безопасности. И, как я уже говорил, сегодня ее ненадолго отключат. Надеюсь, ты знаешь, как распорядиться моментом. Я тебя не подведу. Ты нашел лучшего исполнителя для этого заказа. Да, мне говорили. Теперь я хочу убедиться в этом лично. Дело в том, Ви, что таких операций еще никто не проводил. Там, откуда я родом, сказали бы, что это невозможно. Предупредили бы, что риск слишком велик. Сравнили бы наш план с полетом Икара к Солнцу. И они ошиблись бы. Все до одного. Уверенность, достойная легенды. Или того, кто рискует всем. Хотя ты как будто знаешь, что значит потерять все. Выиграть бой на последнем издыхании. Завтра в это время данные всех посетителей казино будут у тебя. Только не забудь, что ты обещал. О, я своих обещаний не забываю. Удачи. Все, я на месте. Великолепно. Секунда в секунду. Теперь я. Угу. Мне сообщают, что спутники временно отключены. Защита личности активирована. Только не забудь, у тебя одна, единственная попытка. Мне-то не рассказывай. У нас не будет возможности забрать тебя или прийти на помощь. Если тебя кто-нибудь заметит, ты погибнешь. Прекрасно. Но если все получится, ты получишь больше, чем можешь представить. Я уже давно получила все, что было нужно. Просто мне уже нечего терять. Перспектива мрачная. Впрочем, не мне тебя судить. Ну что, была не была. Удачи. Увидимся внизу. Конец связи. Я ухожу, ты остаешься. Так что тело теперь твое. Ну,
Если честно, я бы хотел еще немного помотаться по миру. Джонни. Альт, что мне делать? Просто войди в колодец. Телами будет твоим. А Самани станет частью меня. Думаешь, хоть кого-то ебёт, как ты выглядишь? Как can you feel? Собираться. И пора перестать говорить с тобой, Ви. О, это тут лучше не оставлять. Еще есть немного времени. Как раз успею вас навестить. Немного, но мне больше и не надо. Нужна будет тачка. Стив, поговорю со Стивом. Ох, Ви. Расслабься, Стив. Это я. Привет. Привет, мужик. Что-то случилось? Я вот послушал новый альбом Curtis Metal Hands. Первые 4 трека. Гениальный. Ну и синяк. Где это ты так опиздюлился? Да, так. Батя твой? Да я его забыл разбудить на работу. Так что вроде как сам виноват. Ну, забыл и забыл. Чё он руки-то распускает? Ну, а ты-то как живёшь? Нужна тачка, Надя. И хороший водитель. Надо уладить пару дел в городе. Не вопрос. Я довезу. Мама бесится, когда я не говорю, что ухожу. Хотя даже когда я говорю, она всё равно не слышит. Пошли.
Слушай, есть вопрос. Что сделать, чтобы пальцы не так болели, когда много играешь? Ничего. Металлические струны врезаются в пальцы. Пальцы болят. Так что смирись. Не переживай. Вот поиграешь подольше, мозоли затвердеют. Ты чего это делаешь, засранец? Ухожу! Куда? Никуда. Я только на минутку. Сейчас вернусь. А ну-ка, живо назад! Никуда ты не пойдешь! Нечего шляться, слышал? Бля, ты что, опять мои ключи спер? А ну домой! Не трогай его и следи за выражениями. А ты уебывай! Что, типа крутая? Ты такая же дрянь, как и все мы! Хочешь рискнуть? Ну давай. Некогда мне хуетой заниматься. А это вообще кто? Да хуй ее знает. Шалава какая. Вот блин, он так испугался, что ты ему наваляешь. Правда, извини. Ты чего? Какое извини? Я бы хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось. А теперь садись. На своей грёбаной гитаре с утра до ночи. Сына надо держать в строгости. Вот бы я мог ему вломить. Хочу быть сильным, как ты. Когда-нибудь будешь, а может и посильнее. Но надеюсь, к тому времени ты сам увидишь, что он того не стоит. Почему? Ты поймешь, что он слаб, и тебе станет его жалко. Куда едем? В машину времени. О, я там один раз видел Керри Евродина. Ты что, фанат? Конечно, он же легенда. А ты что, не фанат? Керри клевый. Я слушал передачу по радио. Там говорили, что всю свою славу он заработал на смерти Джонни Сильверхенда. Да ладно. Журналисты тебе еще и не такой херни наговорят. Особенно музыкальные. Главное, что Керри настоящий профессионал. Он живой, искренний во всем, что делает. Звучит так, как будто вы с ним знакомы. Так и есть. Я тоже когда-нибудь стану музыкантом. Только учти, это не самая простая профессия. Да, да, знаю. Надо много работать, заниматься. Да, это сначала. А потом будет еще тяжелее. Критики, хейтеры. На тебя постоянно оказывают давление. Живешь в бешеном ритме. Не все выдерживают. Хорошо бы уметь что-нибудь еще. Что? Что-то, чем можно заработать на жизнь. Это не даст тебе скатиться в отчаяние. И просто не даст скатиться. Музыка у тебя и так есть. Она как кровь, никуда не денется. Начинай писать песни. Если не будешь халявить, со временем начнет получаться что-то. Чем раньше начнешь, тем лучше. У меня есть уже в голове пара мелодий. Круто. Со словами только плохо. Все, что я придумываю, или уже было, или звучит по-идиотски. Я просто не представляю, о чем писать. Пиши для людей. Это самое главное. Ты хочешь сказать, для толпы? Нет, не совсем. Не пиши, чтобы нравиться. Пиши так, чтобы тебя любой мог понять. Пиши проще. Не надо выделываться. Ты же пишешь не только для себя. Но почему? Музыка ведь на самом деле не для тебя. Это твой дар другим. Я могу чем-нибудь помочь? Говорят, у вас тут бывает Керри Евродин. Наверное, ничего нового. Это лучший музыкальный магазин в Найт-Сити. Тут все бывают. А знаете, почему еще? Еще не знаю, но
откажется сейчас выйти? Потому что я не шпионю, никому не продаю инфу и не распускаю сплетни. Так чем вам помочь? Я ищу гитару электрическую. Смотрите. Мне нужно что-нибудь приличное. А с этими что не так? Важнее всего звукосниматели. С ними у гитары должно быть все в порядке. А уж как она выглядит, мне насрать. Окей. Дребезжат, потому что гриф плохо вкручен. Отверточкой можно поправить. Это все детские поделки из непросушенного шпона, который кое-как склеили на коленке. Играть можно, просто уметь надо. Без обид, но мне нужна настоящая гитара. У меня есть на нее деньги. А, так бы сразу и сказали. Пойдемте. Я с вами. Окей, может, научишься чему? Как вам? Вау! Охренеть справа просто! И слева новые хроматиксы и Хендерсоны. Винтажные модели сзади. Делу Сорфин? Не подделка? Сами гляньте. Спокойно, я просто спрашиваю. Вроде настоящая, хорошо сохранилась. Сколько ей лет? 70? Ха, больше 90. Порожки из черного дерева. Попробую вот эту. Конечно. Вы тут, в общем, смотрите, пробуйте, а я пойду. А то у меня вынесут пол магазина. Слышу, что кто-то так играл Сильверхенда. Я читал, что он вообще ни у кого не учился. Просто сам до всего дошел и придумал свой стиль. Как ты это делаешь? Ты играешь прямо как он. У тебя хороший слух. Сильверхенда не подделаешь. Но ты же можешь. Я слышал. Видимо, есть во мне что-то от него. А может, я и есть Джонни? Чего? Слушай, Джонни было бы сейчас 100 миллионов лет, а ты совсем молодая и девушка. Да понимаешь, это просто тело. Такое уж мне попалось. Я не собираюсь всю жизнь быть девушкой. Да конечно, Чумба, хватит мне тут сказки рассказывать. Лучше объясни, как ты это делаешь. Забей. Лучше придумай собственный стиль. Для этого просто нужно много практики. И талант. Талант у тебя есть. Да? Ты правда так думаешь? А ты думаешь, у тебя не получается? Немного самокритики всегда полезно. Тут не поспоришь. Но верить в свои силы гораздо важнее. Боюсь, никогда мне не стать настоящим рокером. Да ладно, выше нос. Ну, конечно. Я теперь не говорю того, чего не думаю. Самый лучший день. Черт, аж руки трясутся. Рокеры-мятежники, они всегда говорят прямо. Попробовал я так с отцом. Это плохо кончилось. Со временем ты узнаешь, кто ты на самом деле. И чего хочешь от этого мира. Не понимаю. Хочешь быть мятежником? Сначала пойми, кто ты. Будь собой. Мятежниками не рождаются. Мятежниками становятся только после того, как судьба тебя как следует отмудохает. Ты странная, но ты мне нравишься.
Да, ты мне тоже, малыш. Сыграешь еще? Нет, нет времени. Пора платить и дельтовать отсюда. Возьму ну, вот это. Классный выбор. Рада, что она попала в хорошие руки. Может, что-нибудь еще? Нет, спасибо. Пожалуйста. Пока. Дельтуем отсюда. Осталось еще пара дней. Ладно, поехали. Я готов. Куда едем? На кладбище. Как скажешь. Для вас играла группа «Перилас Фьюча». А теперь к последним новостям. Арасака только что вышла из переговоров с Милитехом. Да-да, мальчики и девочки. Согласно анонимным источникам, Юринобу Арасака заявил, что, цитирую, возможности для мирного разрешения конфликта исчерпаны. Если вы слушаете меня регулярно, а я в этом уверен, то вы наверняка помните, как несколько месяцев назад неизвестные сорвиголовы устроили настоящий хаос в Арасака Тауэр. Как тут не вспомнить славные времена Сильверхенда? Арасака потеряла на этом кучу денег, но это ладно. Больше всего пострадал имидж программы «Сохрани свою душу». Журналисты раздули скандал с копированием сознания до вселенских масштабов. Вы же не забыли про это, уважаемые слушатели? Да, Арасаки выдвинули серьезное обвинение. Похищение сознания, пытки человеческих энграмм и, конечно, самая пафосная игра в Бога. Фу. Что касается перепалки с Милитехом, которая может перерасти в войну, эксперты считают, что она лишь отвлекает внимание от истинных проблем Арасаки. Вот такие дела. Будем следить, выстоит ли японский гигант после такого удара. Папа говорит, что корпорации опять начнут войну. Типа, они только и ждут, чтобы порвать друг друга. Как думаешь, это правда? Начнется новая война? Не будет новой войны, не бойся. Арасака слабее, чем хочет казаться. Ненавижу корпораты. Я тоже. Последние соки высасывают из людей, но им все мало. Они друг друга придушить пытаются. У меня тут друг недалеко живет. Где? Отсюда не видно. Просто говорю. И что, близкий друг? Он как-то пригласил меня к себе домой. Его мама приготовила обед, потом мы пошли сидеть на мосту. Я люблю тут ездить. Тут красиво. Город выглядит живым. Ну да, тут куда ни пойди, будут люди. Я не про это. Мы сами создали монстра. И даже не заметили, как он начал пожирать нас заживо. Ха, как Франкенштейн? Как чудовище Франкенштейна. Знаешь, ты прав. Здесь очень красиво. Ты тут первый раз? Да нет. Просто раньше не замечал. Раньше не было времени об этом думать. Город вытек у меня, как песок сквозь пальцы. Промчался мимо. Прошмыгнул под ногами, пролетел над головой. Даже не знаю, когда. Напишешь об этом песню? Может быть. Ух ты! Я не знал, что у тебя есть пушка. Очень крутая. Мой дед когда-то такие продавал. Будешь стрелять в кого-нибудь? Я больше не стреляю. Или мне перестали давать повод. Больше? Когда-то жизнь для меня значила немного. Вернее, ничего не значила. И ладно бы только моя, но и жизнь других людей тоже. Что ты с ней будешь делать? Положу туда, где ей место. Можно я с тобой? Нет, нельзя. Подожди тут. Я быстро. Окей. Thank you.
вместе. До сих пор не понимаю, как так получилось. Так и была бы ты королевой по смерти, если бы не я. Хотя ты бы сказала, что главное было им въебать. Ну и мы им въебали. Не надо было тебя в это втягивать. Прости. Хочу больше жить прошлым. Каждый день думать о том, что случилось. Я все равно тебя не забуду. Мне же теперь придется ходить с твоим лицом. Спасибо за... Да вообще за все. Я буду умнее. Больше таких ошибок не сделаю. Прощайте. Куда теперь? Эй, а это что такое? Угостить? Я больше не курю. И тебе не советую. Вредно для здоровья. И для души тоже. Куда теперь? Мне? Никуда. А ты можешь ехать домой, Стив. Спасибо. А кто-то близкий, кого ты навещала? Он давно умер? Она. Не очень давно. Скучаешь по ней? Немного, да. Когда умер мой дедушка, я очень по нему скучал. А теперь уже только иногда. Уезжай! Эй! Спрыгни! Стой! Стой! Гитара! Ты забыла гитару! Я не забыл. Ничего я не забыл. И уже не забыл.